А это кто? О, это Макс. Здорово, Макс, Макс, привет, привет, здорово, здравствуй, здравствуй, приветствую тебя, да, привет, я больной. А ты больной? Анарики кирепус рыбжи бердем дьоклоргая тым. Анарики кирепус рыбжи бердем дьоклоргая тым. Всем привет! Я вот уже собирался зайти и поиграть в осетку, чтобы снять школу. Ну, вдруг кто-то еще ждет. Но я заболел, и что-то совсем не в прикол сидеть день за компьютером и клеить 5-минутный ролик по осетке, озвученный той самой штуковиной. Но, чтобы поддерживать хоть какую-то активность, я поучаствовал в гонке на Ferrari 599 что-то там, и зачем-то снял это, да. И, судя по всему, кому-то и такое может быть интересно, так что вот. Брейкбиас? Брейкбиас, Да вы это была... сосредоточьтесь, вы что, вам Это что, не была страшно? удивительная тормоза точка. Сосредоточьтесь, это же старт, ребята! Никаких Блин, я стартов, не последний, только... как мне их пропускать? А я какой вообще? Надо хоть поставить себе позицию. Что же стой? Я шестой. Хангри четвертый. Хангри врежешься в меня как в того Алекс, а парня. ты где? Я третий. Блин, вол там все впереди. Да не ссы, ты умрешь быстро. Блин, ну это уж страшно. Старт. Мощная машина. Блин, давайте вы не О, будете черт, я меня толкнул парня разбрасывать. спереди. Бедный Все, смотрков. жди разбор инцидентов. Так, ну я так Прости не меня, еду. А, я пятый. смотрков. Это мой косяк. Кирилл, я за тобой. Мать моя женщина. Ой, все меня. Я очкую прям на месте. Так, народ, вы мне мешаетесь, если честно, маленько. Молчим. Они молчат, а я нет. Но я говорю это не в TeamSpeak. Эй, черт, у них выход в уши. Говнюки. А есть у нее какой-нибудь ДРС или там что-нибудь подобное? Нету, нету, нету. Плохо. Я взлетел, Я блин. Бляха-муха. Ну все, я выбыл. Уже? Ну потому Я что они, тоже. если стал боком, то на ней уже не развернешься. Я почти выбыл. Благодаря этому я четвертый. Руль целый должен быть, да, блин. Подожди, я на софтовых? Блин. Ладно, придется, видимо, там заезжать в биты. Кирилл, не умирай. Оеть. Я потерял прижим. Я потерял прижим, все. Дорогу не вижу. Прости. Блин, пропускаешь. Давай, спасибо. Сколько бы учинить корпус? Не знаю, наверное, Да они 40. вроде сразу чинят все. Не, они не моментально это Не, там делают. от 10 до 40 секунд. Если желтеньким, то меньше, да? Да. Я вас заеду, починюсь. Блин, минус 10 километров в час. Ну, чуть меньше. Аналогично. Будешь чиниться? Я да. Ладно, давай. 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 Сейчас ты меня наебешь, короче, полюбас. У меня руки дрожат. Да блин, чувак, ты меня бесишь. Вот ты... Это мое место. Это стоять. Так, Repair Body. Slick Soft. Confirm.
Я ставлю софт. Ты что, уже все? Да. Офигеть, ты читер! Я на софтах. Теперь. Блин, ну нет, только не разбиться! Ладно, выжил. Чуть в первом же повороте. Все, я гроза района. Так, а я походу начинаю на софтах уже сдавать позиции. Как же вы не мешаетесь? Неужели никто кроме меня так не разобьется? Ты уже все, типа, в край разбился? Да вы меня уже на круг догоняете, кто там в лидерах. Да не. Или ты в боксах там стоял? Я в боксах прыгал. А, ну да, мы уже как бы довольно далеко приехали. Я уже без боксов, наверное, опять бампером долбанулся. Да чувак, блядь, ну не делается так. Сука ты такая, блядь. Ты с Бридж чем-то там говоришь? Нет, Тёма, блядь. Он меня просто блочит в каждом повороте. О, красава вообще. Уебался в забор. Всегда бы так. Ну ты его довел просто. Ну так давление. Еще бы, я у него постоянно в жопе, потому что... Всё, надо сейчас на полную валить, чтобы потом... Сколько примерно занимает смена шин? Долго. Блин, насколько 10. Долго? Ну, секунд 10 это не так уж и долго. В принципе, я имею все шансы даже. Ну почему она не тормозит? Я, кажется, не нажал repair body. Так. Ты говоришь тут ABS, она вообще не тормозит. А Ctrl A? Нет, ну это да. Но с собой, ой, без АБС тебе будет еще хуже. Так вот о том и речь. Без АБС она блокия, у меня не получилось на ней вообще ехать. О, боже. Вот это фейл. Привет, чувак. Ой, я чё, дикий какой? Нет! Блин, ну я... Да вот, так, ты... Не тормозят тут так сильно. Не знаю. Давай ты сейчас... Я тут... Давай, я вот здесь. Обидно. Ну, виноват все равно я. Может, долбануть брейн дэмиджа? Тёма, долбань ты, блядь. А, ну, кстати... Да, его можно было вынести. А, не знаю, там они. Короче, типа у них там по правилам нельзя, нежелательно. Ну а кто узнает? Ну это будет быстрее, чем ремонтировать весь кузов и заменять шины. Ну да. Ох, Фаргот меня сейчас обгонит. Нет, не обгонит. Вот это просто было. Вот это просто что-то.
Тёма должен быть моим концом гоночки. Сказал. Надо, короче, учиться ездить на хреновых шинах. Надо учиться ездить на мотоцикле. Да, нет, смысл. Зачем я это сделал? Зачем я это делаю? Что? Подвеска? Пипец! Я убил себя. Я просто... Я сейчас догонял Тёму, я мог бы... Ой, пошло все нахуй. И так доеду. Пожалуйста, пусть его там развернет. Как же я на это надеюсь? Этого не произошло. Если я это сделаю, это будет нечто. Если я это сделаю, это будет нечто. Это нечто! Я с убитой. Я с убитой машиной вошел в Тёму. В говно убитой. Руль наполовину вывернутой. Лол. Эй. Hey.